В московском районе Санкт-Петербурга столкнулись рейсовые автобусы и две маршрутки. В результате аварии 8 человек были отправлены в городские больницы для уточнения диагноза и принятия решения о необходимости госпитализации, сообщает в МЧС. По предварительным данным, в больнице находится сейчас 8 человек, среди них двое несовершеннолетних. Всего же пострадало 10 пассажиров. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.